здесь проходит процесс цементации. Поверхностное насыщение углеродом деталей. Поверхностный слой становится очень твердым после закалки, и поэтому деталь становится износостойкая. Есть программы, по которым происходит процесс цементации. Здесь подается воздух, метан, газ, все автоматизировано. Сейчас мы подъедем к печке. Есть даже лазерная контроль, которая отсчитывает дистанцию, чтобы точно подъехать. Для нашего города я